Мы-то думаем, что дети рождаются вот с мозгом, как у нас, да? Только он, ну, видимо, ну, что-то, ну, растет, руки растут, руки же такие же, ноги же такие же, в целом-то, так, плюс-минус, да? Но мозг рождается предельно дефектной конструкцией. Во-первых, он в 10 раз меньше взрослого, чтобы вы понимали. При этом нервных клеток там больше, чем во взрослом мозгу. Вопрос, как в меньшем может содержаться больше, и что же содержится в большем, если там меньше? Содержатся связи. То самое белое вещество, это, собственно говоря, связи, которые нейронные отростки, которые соединяют нервные клетки в сети. Когда у вас рождается ребенок, он голову держать не может. Понимаете? Он руки, ноги не знает, куда ему деть, и, понимаете, иногда они оказываются совершенно неподобающие для этого местах. Да? Он просто ими не умеет пользоваться. У него должны вырасти нервные связи, которые позволят ему схватить, там, условно говоря, улыбнуться. Как родители ждут улыбку. Дети же не рождаются веселыми. Я их понимаю. Вот. Но так после тренировки, так сказать, ну, и это сложно, как он, ребенок ищет улыбку. Это, ну, не мышцы ищут улыбку, это же нейроны внутри головы ищут улыбку. И это касается двигательных вещей, да, ну вот как пример с улыбкой. А теперь представьте, что нужно научиться концентрировать внимание, например, на какой-то деятельности. Представьте, что вам нужно научиться, там, условно говоря, решать какие-то задачи.